И что ж, записываю дальше комикс «Найти себя». И у нас уже четвертая глава, третья часть. Давайте-ка начнем. Я и слабая, он прав. Я и слабая, и пугливая, и даже более того. Но мне не нужна такая пони, как ты. Исчезни и никогда не возвращайся. Как я и сказала, я часть тебя. Рано или поздно ты признаешь правду. Я нужна тебе. Я всегда буду с тобой. Не забывай обо мне, Алиса. Алиса? Есть тут кто-нибудь? Дискорд? О, на мгновение я подумал, что потерял тебя. Ты в порядке? Я вернулась. Она исчезла. Но я... Святая Селестия. Да что со мной не так? Прости меня. Спасибо. Спасибо большое. Ты спас меня. Мне было так страшно. Мне кажется, она и еще вернется. Плакать. Ничего страшного не случилось. Ничего не случилось. Я полностью потеряла контроль и превратилась в... Что бы это ни было. Не могу сказать, что это было отличное шоу, но в следующий раз тебе следует быть менее вспыльчивой. Ну да. Дискорд! Будь добр объясниться. Да это же принцесса Твайлайт. Рад тебя видеть. Я просто хочу знать, что происходит. Флаттерши пыталась мне объяснить, но я не поняла ни слова. Алиса, ты в порядке? Слушайте, это все моя... Что за... Может, мы обсудим это в более тихом месте? Конечно, но... Полагаю, что лучше вести тебя в курс дела. Этот вопрос немного... деликатный. Ты не против? Нет. Не против. Не переживай, ты можешь доверять ей. Тогда вперед. Очень интересно. Мастер, что это было? Что произошло? Думаю, я сделал выбор. Лов. Здесь очень уютно. Мы рядом с моим домом. Может, теперь ты расскажешь, что происходит? Пожалуйста. Я думаю, будет лучше, если я ей расскажу. Да. И конец четвертой главы. Вот такой вот комикс. Осталось еще 4 главы всего лишь. Ладно. Спасибо тем, кто смотрел видеозаписи. Удачи.